сьогодні плавав, не знаю, надо завтра. Сьогодні концерт все-таки. Ну, готовься. А ще велодорожка вон вдоль пляжа. Вообще здешние люди, батумцы, которые вот со вкусом, они считаются в Грузии вообще самыми вроде бы стильными. Искушенными, да? Да, ну, кроме того, они вообще ближе к Европе, и так, это и порт был, вот, в долгих временах это был порт. И здесь... даже сегодня, да, многие живут в Батуми, которые тут родились, но, может, не знаю так хорошо грузинский, а на русском без проблем говорят. Тут, начиная с греков, турки и вообще все живут как бы в дружном месте. И несмотря на то, что у нас религия христианство, да, они как-то уживаются мирно и очень хорошо. Поэтому я люблю Батуми. А, вот так, так, да, вот знает человек, мужчинская. Вот возьми вилочкой. Вилочкой. Да. Вот так вот, внутри вот это вот чуть-чуть, вот так вот, мягкое, вот так вот помешай, и ешь руками. Мы местные отчасы, кушаем их, как вот итальянцы же обижаются, когда пиццу едят вилкой и ножом. Вот, наворачивай, наворачивай, наворачивай. Ваня, привет. Это ваше. Ще моїх сніз, ця ні слебі срідес. Ні, ти надо петь не эту песню пацатня, ти надо научить така песня. Батум скаткатас, батум ствал замртац, зурмухтм швене баси цоцхли седемс. Ты должен это учить. О, все, и все, и пацатина, да? И все. Хорошо. Ну это пацатина. Маленький. Я и то сделаю. Ну ты, если ты... Я вообще концерт грузинской песни завтра буду петь. Давай. You got this look I can't describe. Чему, чему подара? Индоксы все кратко мара. Чему, чему подара?
тут должно посидеть. Пусть будет дождь, а потом они будут выходить и будет вот тут стоять. Леван! Неграмотно. Я четвертый ряду посижу половинку, друзья. Точно, его завет послушает. Ну ты согласен? Я его завет послушает. Stop it. Приезжайте. Производителей наклеили. Семь месяцев. Три.
Я просто думаю на горнолыжный курорт в Грузию поехать. И кататься в этой шапке на сноуборде. Да. Это в Гудауре. Да, в Гудауре. Класс. А подъемники там на каком они, как они вообще, с подогревом? Да, вот там пароход сюда. Ресторан? Там, ух ты, ух ты, ух ты! Какой! Ну, отпустите его. Он вас не накормит. Рыба большая, она маленькая. О, браво! Она исполнит три ваших желания. Как день рождения тебе? Очень. До этого ты как отмечал? Я до этого всегда отмечал шикарно. Ты вчера сказал, что это был твой. Не, это был мой лучший день рождения, потому что это было. Потому что ты выступал. Да? Угу. Да ладно. Угу. Ну, в принципе, все мой день рождения. Да с каких концертов ты у меня был? Масштабный я? Да, ты на с каких мой концерт? Все, я забыл. Так мы быстро едем, да? А мы сейчас выходим? Да. Куда? Что это как такое? Он, как быстро он стал вот таким? И вниз, смотри, смотри. Что это такое? О, не хочу. Я очень боюсь. Что мне это не хочу? Класс. Вау, какой красивый батон. Рынок. Ага. Скатка. А, не, подожди, секунду. Потом скатка раз. Я ничего не слышу. Митхар патара анхо анара. Чеми пикре бисамара. А что такое патара? Она два раза встречается в этом слове. Патара? Патара, да. Маленький. Маленький? Маленький. А минда? Минда хочу. А ну-ка, дай. Это должно быть вот так. Настоящий. Все. А как эта штука называется? Это называется папахи. Папахи? Да. Папахи. Папахи. А есть здесь зад, перед, нет? Нет. Какой же так говорят? Это делается от... Дизель. 2.30. Сейчас я рыбаков этих хочу увидеть. Все? Да. Все? Так быстро? Да. Извини, ты не успел посмотреть еще. Na 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 na